Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. В любви выбирает партнеров, которые будут поддерживать их устремления и разделять весь спектр эмоций, но не позволяет ему быть лидером. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Обнаружив, что ими манипулируют, владельцы этого имени становятся страшны в своем гневе. Тем, кто пытается играть на слабых струнах их души, лучше вовремя унести ноги. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.